Выстроили в три линии обороны на всем протяжении линии фронта. Это очень большой объем, миллионы мин, это огромное количество, тысячи километров противотанковых рвов. Ну, естественно, все это с возможностью, еще раз повторюсь, ведения активной обороны. Сделано это было потому, что мы не могли ждать, где, когда мы определим точное место. Но когда оно определилось, естественно, началась подготовка войск, создание резервов. Мы к этому моменту создали достаточные резервы. И за счет такой комплектованности войск контрактниками. И, конечно, были добровольцы, но в основе своей это все-таки профессиональные войска, которые были направлены в необходимые места. И здесь, конечно, ну, для понимания, что такое передвижение группировки, ну, примерно 200 тысяч человек.